Всем привет! Сегодня хотел показать маленькое удивительное для нас чудо из помидорной теплицы. Неожиданно для нас прямо посреди грядки начали расти шампиньоны. Вот такие вот маленькие грибы стали у нас появляться прямо между помидорами. Много-много маленьких вот таких вот грибов. Специально споры мы не засыпали в эти грядки и думаем, что мицелий мог образоваться из остатков комбикорма. Здесь у нас жили свинки, я так думаю, что в качестве белков комбикорма скорее всего добавляли какие-то остатки из грибных производств, и думаю, что именно с ними попали как раз споры вот этих грибов. Так что теперь наша теплица порадует нас не только помидорками, огурчиками или баклажанами, но еще и свежими грибами.